Итак, всех приветствую на канале. Сегодня у нас Tap-Tap Heroes. Будет такой вот, ну, можно сказать, праздничный выпуск в домашних условиях, обстановке. Ну, кто Империю пазлов посмотрел, молодцы. Вот. Весенняя прогулка. Да, гуляем сегодня вот как раз. Да. И, конечно, сегодня у нас здесь ивент весенней прогулки. Смотрим, что у нас здесь есть. Ну, давайте пробьем босса некоторого. Что дадут? Ага, дадут вот такой вот сундук. С бутербродами, с сэндвичем. Ну и еще тут куча всяких наград. Вот, ну дали сундук. Посмотрим, что за донат. Печеньки, ну, давайте купим. Что за 100 печенек каких-то. Ну и самые, конечно, прикольные награды — это вот эти вот. За материал весеннее обязательство. Интересный такой материал. Сейчас я вам покажу самое интересное, что сегодня у нас будет. Самое интересное, пожалуй, это новый герой, которого добавили. А вот здесь за печеньки сразу тоже нам дают очков много. Ну, тут в рандомном количестве нету какой-то зависимости. Сколько кидаешь, столько и дают. И, конечно же, ивент основной на сундуки. Когда у нас сундуки, у нас, как правило, добавляется новый персонаж. И сегодня именно такой у нас представлен. А именно, это Шарон. Герой-убийца, да? Какой у него нежить класс. В бою он неплох, я думаю. Нежить обычно... Да, класс-убийца. Нежить хорошо добавляет. Теперь посмотрим, какие у него параметры. Так, вот здесь, да, можно, в принципе, посмотреть. А, ну, 1171 урон, 4730 здоровья. Что он делает? Наносит вражескому герою самой высокой атакой. Ну, ульта такая у него. Как у любого из класса нежить. Ну, герой новый, герой прикольный. Тут вот, видите, за пробуждение дают всевозможные ништяки. Комплекты пробуждения и так далее. Вот. Видите, болванку дают, кстати. Неплохо. Четырехзвездную даже. Ну, в общем, стимулирует игроков донатить и стимулирует, чтобы мы... А, кстати, смотрите, мы можем заменить. Ну, чтобы заменить... А, нужен этот кристалл. Ну, понятно, все взаимосвязано. Давайте тогда попробуем, что сделать с вами. Призывчики. Сейчас я посмотрю, сколько у меня слотов. Есть ли вообще свободные ячейки. Я, сказать честно, не помню. 256. Ну, считайте, нету места. Пятерки. Ну, давайте кого-нибудь синтезируем в продвинутом. А вот кого, я даже не знаю сейчас. Давайте вот так, наверное, забубеню. Так, так. Соболезуба сделаем. Засинтезировали. И сейчас пойдемте призывать. Ну, сначала классика. Разгрузочный. 1-2. И, конечно же, вот здесь вот. Супер сундуки. Погнали. Первая десятка. Полетела. Ага. Почему не дают? Потому что места нету. Ну ладно.
Я додумал, что в принципе здесь должно освободиться. Ну, так, если по-хорошему посмотреть, то в принципе мы сейчас пятерку на собираем. Так что можно на разбор одну пустить. Да, можно сказать, конечно, жирую, шикую. Вот, но в то же время неплохо смотримся. Вот. Тридцатка уже полетела, пока что без пятерок. Ничего себе, сегодня рандом что-то. А вот первая. Ну, мы их сейчас, опять же, скрафтим. Там есть что и кого улучшить. Так, заходим вот сюда. Давайте медузу крафтить. У меня тут есть как раз на нее все необходимое. Ага. Окей, медуза у нас трехзвездочная стала. Так, X42 пока что. Давайте дальше, X50 будет. Нравится, что нового героя добавили, вообще, что игра живет, в отличие от других проектов, которые вы также можете посмотреть на канале. Поэтому смотрим. Тем временем уже X70. X70. Сейчас будет X80. Неужели будет только один герой пока? Причем не самый, конечно, какой-то крутой. Ну вот, опять тоже выпал какой-то герой. Ну и X100 напоследок вот крутим. И сегодня у нас улов две пятерки. Ну что, на X100. А? И третья пятерка, это вот такая демоника, что не может, в принципе, огорчать. Ну, пятерки есть. Кэшбэк аж 30%. 30 ключей нам вернули. Я думаю, что если выпуск зайдет, мы еще потом покрутим. 200 сделаем, Адена получим. Ну, а и на X300 гарантированная уже это героиня у нас будет. Ну, на этом все. Всем, наверное, удачи и пока.